площади рота специального караула президентского полка и президентский оркестр службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации. Командир батальона полковник Михаил Сурайкин. Командир роты майор Андрей Петухов. Начальник оркестра полковник Вера Крылова. Дирижер, заслуженный артист Российской Федерации, полковник Евгений Никитин. Участниц фестиваля. Азербайджанская республика. Республика Беларусь. Арабская республика Египет. Итальянская республика. Республика Казахстан. Китайская народная республика. Корейская народно-демократическая республика. Королевство Норвегия. Турецкая республика. Республика Корея. Япония. Музыкант играет не в теплых концертных залах, а на плацу и в полевых лагерях, в строю и на площадях, на ветру и под палящим солнцем, под дождем и в морозы. Это делает его поистине уникальным и окутывает профессию ореолом романтизма. Он может все. Thank you.